Для сотрудников Ульяновского отделения МЧС началась по-настоящему горячая пора. С приходом весны и плюсовой температуры лед на водоемах региона начал таять, и выходить на него уже опасно для жизни. Однако любители зимней рыбалки это не останавливает. В этот раз 15 рыбаков оказались в угрожающем для жизни положении, когда путь на сушу им преградила образовавшаяся трещина шириной около 3 метров. Для оказания помощи были привлечены 2 катера на воздушной подушке «Хивус» и 11 человек личного состава. Рыбаков немедленно эвакуировали. Медицинская помощь не потребовалась.